Сегодня мы имеем, наверное, парадоксальную ситуацию в экономике. Парадоксальную с положительной точки зрения. С чем связаны, с вашей точки зрения, эти успехи? Самое главное – технологии. Важное значение имеет нормативно-правовое регулирование. То, что валютные вклады падают, а вклады в белорусских рублях растут – это лучший тому показатель. Белорусская модель экономического и социального развития – это уже признанный факт. О самом важном, не упуская мелочей, расскажет «Наше время». В воскресенье в 20:30 после итогового выпуска новостей.